Несмотря на солидный возраст, участники Одинцовского клуба «Активное долголетие» с удовольствием поют, танцуют и чувствуют себя молодыми душой. Праздничную программу проводов масленицы активисты клуба подготовили самостоятельно. Яркие народные костюмы тоже. Костюмы все созданы руками наших рукодельниц, участник нашего клуба. Ни один костюм не заимствован где-то со стороны. Это все их костюмы, их творчество. На праздник собрались около 50 участников клуба. В основном женщины, но и мужчины тоже присутствуют. Обеспечивают музыкальное сопровождение, ведут фото и видеосъемку, а также водят хороводы и просто общаются с единомышленниками, любителями активного и здорового образа жизни. В гости к долголетам на Масленицу приехали представители общественной палаты округа, начальник Одинцовского управления социальной защиты населения Наталья Малашкина и заместитель министра социального развития Московской области Александр Шустров. На память о празднике представители старшего поколения подарили почетному гостю куклу «Масленицу», которую мастерицы клуба сделали своими руками. Я приехал поддержать наших членов клуба «Активного долголетия», посмотреть, чего они достигли. И они молодцы, очень душевная, светлая атмосфера, которой, конечно, приятно быть. В рамках праздника также прошел мини-мастер-класс по выпеканию блинов на электрической блинице. Его подготовили представители окружной общественной палаты и одной из некоммерческих организаций Одинцова. Отведать вкусных блинов с горячим чаем и сладким угощением смогли все участники праздника. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».